А вот теперь каприз. О, еще цветы, это правильно. Вот так встречают золотые голоса, я не обманул. Хрустальный такой, звенящий голос, Анна Воевода. Ну, а сейчас, как я сказал ранее, прости мой каприз, Анна Воевода. Здорово, друзья! И еще, Анечка, наши поздравления и наша благодарность вам за ваш труд, за ваш талант и за то, что вы так прекрасно готовите детей, а не будущее поколение певцов. Анна Воевода.